Приветствую вас на моем канале. Собственно говоря, по названию ролика, если вы здесь, то это значит, что вы не смогли по каким-то причинам, ну понятно по каким, вы не смогли разобраться с тем, что такое бронекрушитель и как задерживать дыхание. Что такое бронекрушитель? Начнем с этого. Бронекрушитель – это перк, позволяющий пробивать, скажем так, труднопробиваемые цели. В чем заключается этот перк? В том, что главный персонаж наш получает на время, вот на длительность перка, активного перка, 3 бронебойных патрона. Собственно говоря, далее вы сейчас увидите, как это работает. Но важный нюанс. Работает этот перк только со снайперской винтовкой с продольно скользящим затвором. С полуавтоматическими винтовками данный перк не работает. Будьте внимательны, потому что в игре об этом ничего не сказано. То есть там, по-моему, даже такая формулировка, что его можно, этот перк, как бы, ну и задание выполнить на любой снайперской винтовке, но это не так. Данный перк, повторюсь, работает только на снайперской винтовке с продольно скользящим затвором. Здесь гражданские, осторожно. Осторожнее. Засек врага! Так, как мы видим, при активации перка наш главный герой заряжает 3 бронебойных, собственно говоря, патрона, в этом и заключается перк, и далее ведет, собственно говоря, огонь по вражеским целям. Так, далее, пожалуй, пришло время рассказать о том, что такое задержка дыхания. Тоже очень мутная тема, толком нигде не написано, как и что, люди сами докапываются. Вот я сам докопался и теперь простым понятным языком объясняю, что это такое. Вы прицеливаетесь и плавно отпускаете курок на геймпаде до тех пор, пока ваш персонаж задержит дыхание. Собственно говоря, это вот так вот работает. С одной стороны просто, с другой стороны, конечно, надо наловчиться. Надо наловчиться, потому что, ну, изначально не очень, как бы, не то чтобы понятно, ну, не получается плавно отпускать вот эту кнопку. Вот, и, ну, в общем-то, тут дело привычки. То есть надо потренироваться, собственно говоря, какое-то время, и все будет получаться. Ну и желательно, конечно, делать это по целям, которые не двигаются. По движущимся целям не очень удобно. Вот. В общем-то, дальше, я думаю, вы уже и сами разберетесь. На этом, собственно говоря, пожалуй, все. Всем пока.